Чувашии впервые за 34 года появилась шилоклювка. В России шилоклювка встречается редко и поэтому включена в Красную книгу. В нашу республику она прилетает во второй раз. Впервые ее заметили в 1986 году. Ближайшие от Чувашии места гнездования краснокнижной птицы расположены в Предкавказье и Прикаспийской низменности. В этом году диких животных можно увидеть и в городах. Сегодня к нам в редакцию прислали видео, где жительница Чебоксар встретила косулю. Животное прогуливалось по велосипедной дорожке на набережной.